Тюменская область, она же сибирский Дубай. Такой бренд может стать одним из самых привлекательных, в том числе и для инвесторов, а турпоток в регион вырастет до 3 миллионов человек в год. И в Сибири, и в Дубае есть нефть. И у них, и у нас есть море. Только у них оно наверху и теплое, а у нас под землей и очень горячее. Поэтому мы сейчас и все вместе как раз и думаем о том, как эти эмоции выразить в одном простом или в нескольких очень интересных брендах. День знаний для предпринимателей в Тюмени проходит в 9-й раз. В этом году участники отдают дань времени, поэтому нетворкинг в онлайн-формате. Главная тема – социальные сети. Интернет-магазины стали популярнее на 77%. И чтобы не выпасть из обоймы, бизнесменам нужно прокачать не только товары и услуги, но и самих себя. Когда вы относитесь к этому как к инвестиции, потому что нужно понимать, чем больше вы вложили в свои социальные сети, в свое продвижение в онлайн-пространстве, тем больший эффект это будет давать. За 20 лет население Тюмени выросло на 60%. Поколение Z учится ставить лайки быстрее, чем говорить. В эпоху ТикТока бизнес должен принять вызов и перестроиться. Телефон стал одним из серьезнейших каналов продвижения и компаний. Но это такой путь, который надо шаг за шагом, как говорят японцы, степ by степ преодолевать. Зачем? Да потому что это серьезнейшее позиционирование предприятия. Это будущие продажи. Растут тренды на здоровье, экологичность и коллаборацию. Компании из конкурентов превращаются в партнеров. Как пример, сфера строительства. Итог – масштабные проекты, благодаря которым Тюмень не просто нефтегазовая столица России, а один из самых комфортных городов для жизни. Когда все отраслевики вместе соберутся, они поймут, что без развития региона невозможно не развить себя, не развить бизнес, не развить отрасль. И только такая логика поведения может достичь большого успеха. Поможет экономике инвестиционный бренд. Его тоже нужно развивать. Но уже сейчас Тюменская область в пятерке регионов, куда выгодно вкладывать средства. Почти за год появилось 270 новых инвестпроектов. Привлечь удалось больше 32 миллиардов рублей. Первое, что мы сделали, это провели исследование, в котором рассмотрели специфику самого региона и именно тюменского сибирского предпринимателя. И на сегодняшний день такой первый брендбук уже сделан, вот, скажем так, дорабатывается сайт, и в ближайшее время и будет инвестиционный портал Тюменской области. Впереди у предпринимателей еще один год. Время, чтобы накопить опыт и новые знания. Юлия Никифорова, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.